Ну вот, ребята, вечер в нашей семье. Собачек помыли, отдохнули маленько, покушали. Барон с барыней. Барон с баронессой. Как это? Кушать изволят? Или как ты говорил? Барон и барыня трапезничать желают. Трапезничать желают, Артур сказал. А они сидят и ждут, когда кормить их будут. Вот, и решили они маленько поиграть. Сейчас мы их взвесили, собачек. А на сегодня у нас барон весит 33 килограмма и не худел. Больше, почти год у нас, он год живет у нас, да. Год ровно, за год, после того, как 28 килограмм он был, да, приехал. 28 килограмм был с копейками, а сейчас 33 килограмма, и он больше не худел. Вот такой поджарый красавчик. Берта у нас, ну, видите, Берта у нас женщина 3 раза рожавшая, многодетная мать, 8-й год, но на килограммчик больше, 34 килограмма с копеечкой. Так что вот. Ну и Артур у нас за 2 недели поправился на килограмм тоже, да, ты? Да. Артур 75 килограмм. Да, но я, ребята, не взвешиваюсь, свой вес я не говорю, потому что у меня животик, и понятно, что я не худенькая, поэтому про мой женский вес молчим. Ну, у моих... Барона покажите. У моих питомцев, у Барошки и Бертушки все отлично. Вот, самое главное, что барон не худеет. Вот барон какой красавчик у нас. Видите, ребята, все у него на месте. Шерстка у него вот в этом месте. Сейчас они, если наиграются, я вам покажу. Все заросло. Кормили мы его таблеточками. Врач выписал нам щадящий антибиотик. Хороший. Вот. И получается, все у него там заросло. Все, обратно вы мне коврики мои... Ой, господи, чуть не упала. Коврики мои замяли, да? Так, Барошку надо показать на диванчик, его положить надо на их. И я покажу его пузико. Пойдем, Барошка, на диванчик. Все, отдал ты им, да? Берта, ты куда повела сына? Задурит ему сейчас голову, закружит и заберет игрушку. Нет, мяч ты у него не заберешь. Че, куда пошла? Иди сюда. Бертушка, сладкий мой. Ну, Бертушке, я думаю, не скучно с бароном, да? Веселее стало. Артур, поправь, пожалуйста, а то я с камерой. И барона надо показать. Тут Берта разошлась. Короче, такие у нас перетяжки. Ой, ребята, хотела показать. Я вчера такие штучки купила. Берта тянет. Забирай. Забирай, Берта. Забирай у барона. Она ему поддается. У меня где-то был ролик на старом-старом канале Ютуба. Я не помню название, я то начинала, пробовала тоже открывать YouTube, немножко закинула там роликов, несколько штучек, и 10 там не было. И там был ролик, где Берта с бароном маленьким, барон у нас дольше всех оставался последний, вот, и она с ней в перетяжке щадящей играла. Щеночка еще жалела, аккуратненько с ним. Ребята, смотрите, вот, хотела показать вам, вчера мы были с Артуром в нашем маяке. Артур, ну... Помоги мне, или как, открыть можно? Одну игрушечку вытащи мне, пожалуйста. В нашем маяке там появились очень интересные игрушки. Хочу сказать, что маяк, наверное, знаете, да? Он, мне кажется, получше, чем светофор. Мы там иногда берем крупу. Там хорошая тушенка продается, качественная, да? Мясная именно, хорошая. И цена приемлемая. Вот. И вчера, это, ну, в прошлом году такого не было, вчера мы были в этом маяке, смотрите, это гипермаркет низких цен. Вот такие вот игрушечки, недорого. И, по-моему, вот эти 3 шарика чуть меньше 200 рублей стоят. Да? Не помнишь, Артур? Не помню. Вот такие вот шарики красивые. Вот такие вот интересненькие. Мне они понравились, я их взяла. 3 таких шарика, и вот еще. Так, собаки наши играют. Ну, и вот таких вот 3 шарика, вот видно, да, тоже, не буду их распаковывать, вот, они похожи, а у нас елка, по-моему, красно, елочка у нас, какого же, у нас все игрушки красно-белые, по-моему, или красно-желтые, в общем, я не помню, но с красненьким, и вот такие тоже, вот за эти шарики, наверное, чуть меньше 400 рублей отдали, так, хорошенькие.
Ну, там еще были интересные такие украшения, но я подумала, что у нас украшений хороших много, не стало. Берта, подними жопу, села на мой тапок, на ногу села мне. Вот, и не стала набирать, потому что, ну, это ни к чему. Как только они из моды выйдут или надоедят из моды, я не знаю, елочные украшения выходят из моды. Как только надоест, купим новые. Барон! Барон, иди сюда! Бароша! Барон! Ну-ка, залазь на диванчик свой. Это барона диванчик, его подушечка. Раньше была Бертона. Давай, ну-ка, ложись. Пузико покажем твое. Подожди, барон. Да подожди ты, полежи маленько. На мяч свой. Да не заберу я. Ложись. Давай покажем пузико. Ну, я не знаю, видно, не видно. Так. Вот, смотрите, ребята, голые места были. Вот, сейчас я беру за шерстку его. Вот. И вот здесь все было голенькое. Вот это место голенькое было, все уже шерстяное. Обросло, и шерсть такая жесткая, хорошая. А это кто пришел? Бертуша пришла. А ты что пищишь? Еще играть хочешь? А Артур ушел. Берта плачет. Берта плачет. Пошла к Артуру. Ну, иди зови его. Артур! Ну, Берту или... Ну, ты к себе ее позови. Артур отдыхать хочет, а? Берточку. Она пищит, ходит и на тебя смотрит. В твою сторону смотрела. Иди к Артуру. Берта. Еще играть хочешь? Сейчас я буду с вами играть. Артур устал, ребята, Берточка. Он сегодня с работы приехал и поехал сразу с нами выгуливаться. Гуляли мы где-то около 2 часов. С 4 до 6. Погуляли хорошо, поэтому дайте отдохнуть человеку. Он тоже устает. Сегодня наработался. А Берта пищит. Их ты. Так что давайте я сейчас с вами поиграю, будем прятаться. Так, ладно, ребята, вам хорошего вечера. А мы немножечко сейчас с Бертой и с Барошкой поиграем, игрушку попрячу. Я такой ролик уже показывала, как мы прячем игрушки, так что всем хорошего вечера, всем пока!